Жительница города Видное Оксана Иванова прислала видео в нашу рубрику «Мобильный репортер». Сюжет посвящен акции, которую провели в одном из видновских торговых центров и которая подтверждает старую истину – мир не без добрых людей. Акция была организована Центром социального обслуживания «Вера». Для 20 детей из малоимущих и многодетных семей, а также малышей с ограниченными возможностями здоровья устроили праздник. Он был приурочен к Международному дню благотворительности и началу учебного года. Центром веселья сначала стала игровая комната, где маленьким непоседам дали полную свободу действий. Развернуться было где: интерактивные доски, настольные игры, лабиринты, бассейн с шариками. Веселье продолжилось в фойе. Здесь ребята и их родителей развлекали веселые клоуны, которые подготовили массу всевозможных конкурсов. Естественно, что большинство их было посвящено осенней тематике. Готовы делать посвящение в Без подарков в этот день не ушел никто. Родителям детей вручили подарочные сертификаты на приобретение игрушек, книг и канцелярских принадлежностей, что весьма актуально для тех ребят, кто пошел в школу.